милостиве Господи Иисусе Христе, не хотя и смерти грешному, но я пообратитесь и живы будьте ему. Молюсь и прошу милости мы, человека любит мне, Боже мой, сам и рабу твою, Наталью, кающуюся о своих согрешениях, прими твои, человека любя, презирай вся я прегрешения, ныне и присно, и во веки веков. В слободу! За лекарем, дура! Умаялась, государня матушка, утомилась сердечно. С утра все на ногах, да на ногах. Ходи, отдохни, солнце красное. А инь все прочь, прочь, прочь. Ну-ка, ну-ка. Господи. Ох, эти кукуйские привычки. Как пьют, так и валяются. Анна, мон, в Сибирь навечно. Так, государня матушка, так. Это первое. За мужа взяться. Теперь по-другому повернется. Вчера была Дуня. Сегодня государыня, сия великие, малые, белые. Платье большое царское, надо шить новое. Уж Наталья Кирилловна обноса не надену. Истина, матушка. Петруша в отъезде всегда. Самой придется править. Да теперь чего, сама хозяйка? А что, Софья правила немногим была старше. Да какая же царица, до сей поры в девках сидит. А случится думать, бояре на то, чтобы думать. Истина, матушка. Дуняша. Иди сядь. Я был заснул. Дуня. Мама не умерла. Пусто.
Ну, значит, так Богу было нужно. Не роптать же. Поплакали и будет. Чай цари. И другие заботы есть. Да ты что, Дунь? И вот еще что. Неприлично, нехорошо. В шубе да на шелковое одеяло. Да... Все с мужиками да с солдатами. Пора бы уж. Ты что, Дунь, грибов, что ли, поганых объелась? Да мамаша меня с самого начала ненавидела, с самой свадьбы. Мало слез пролила. Ой! Петруша, дырявый, гляди, применичил кита. Видал, дур, но такой. Петруша. Дура, ах, дура. Петруша. Раз в жизни тебя попросил. Петруша. Попомню тебе маменькину смерть. Ну что такое сказала? Бешеный, ну чисто бешеный. И турки отняли у нас православных святой гроб и отдали французам. Нам же оставили только 24 лампады и взяли у нас половину Голгофы, всю церковь Вифлеемскую, святую пещеру. Разорили иди Иисусы, раскопали трапезу и хуже наделали в Иерусалиме, чем персы и арабы. Если вы, божественные самодержавцы московские, оставите святую церковь, то какая вам похвала будет? Смотрите, как мусульмане смеются над вами. Татары, где горсть людей, и хвалятся, что берут у вас дань. А татары, подданные турецкие, то и выходит, что и вы турецкие подданные. Что скажете на сие письмо патриарха Иерусалимского Досифея, бояре? Конечно, это и государево дело. Но мы, бояре, должны животы положить. За гроб господин поруганный. Да государева честь. В Иерусалиме уже смеются. Куда же позору-то больше? Нет, бояре, приговаривайте собирать ополчение. Еще сокрещение Руси. При великом князе Киевском Владимире Красном Солнышке... Ты, дядюшка, про нас говори. Зачем князей Киевских до Руси от Рюрика поминать? Ну что ж, бояре, нам бояться нечего. Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем его ополчение воевало? Дрекольем. А теперь, слава богу, нас оружия достаточно. Да вот хоть мой завод в Туле. Пушки льем не хуже турецких. А пистоли и пищали у меня лучше. Нет, от войны нам пятиться не можно. Да и срамно Руси дань платить крымскому хану. Мы бы одни жили, еще подумали. А на нас Европа смотрит. На месте нам не топтаться, теперь времена не гостомысла. Жестокие времена наступают. И первое дело – выйти к Черному морю. Что ж, бояре, что приговорите? Воля твоя, государь. Собирай ополчение. Такое не снилось никого, ну, Франции. И кайзеру Австрии. Если бы ты имел больше денег, Петя, позвать бы инженеров, пригласить сюда из Европы умные головы. Какой дикий край. Какой огромный край. И какой богатый край. Да.
Это все есть. Лени тоже хватает. Пошли в баре стучать. Эй, господа купцы! Обгонять государя нельзя! Государя нельзя. Бомбардира можно. Давай! Инхерц, гонцы Инхерца. Ну, я! Письмо от Стрешнева! Давай к берегу. Читай. Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Гости Ушаков и Горезин взялись поставить 5000 ведер уксусу, да столько же водки, 20000 осетров соленых... Довольно! Вели гонцам спешиться, бери коней! Минхерт, сейчас скорее не будет. Опять? Э, слазь коня! Эх, мама родная! Воры! Воры! Франц! Пошли! Я буду. Встань! Сядь! Подрядчиков повесил! Нет, почему? Государь! Господин бомбардир, подрядчики пусть сперва доставят, что должны по записи. Ну что же мертвых-то нам спрашивают? Не так! Дурак! Почему мои люди не воруют? Все ваши воруют! Все подряды передать Бровкину. Воронина Ушакова в железо, в Москву к Рамадановскому. Так. Гуд. Ну что еще? Суда не готовы? Господин бомбардир, суда все готовы. Ну не врешь? Да дальше последний пригнали из Воронежа. Врешь. Ну ладно, ладно, Тихон Никитич. Не сердись. Да. Войско прямо грузить на суда. Азов возьмем с налета. Турецкий крепость Сотихо. Наверное, готовый нам сюрприз. Во фрунт! Господин бомбардир! Бомбардирная рота к бою готова! Хорошо. А черт! Дай фитиль! С Богом, первая! Отойди! Возьми.
Сегодня самое интересное и важное известие из Константинополя. Великий визирь сообщает о поражении русских войск, предводительствуемых самим царем Петром под крепостью Азов. Он пишет, что русские дерзнули подойти к крепости с суши, не имея больших судов для подходов с моря. Вследствие этого Азов не терпел никакой нужды ни в войнах, ни в снаряжении, ни в припасах. Потеряв большое количество людей, Петр ушел обратно в Московию. Да, он дерзок, этот молодой царь, горяч. Сколько ему теперь? 23 уже минуло, ваша светлость. Что ж, неудача закаляет на пороге зрелости. Я сообщу его величеству. Думаю, это может заинтересовать короля. Будя, бабы, будя. Что такое? Кто позволил? Кто будет обманывать, тому будет плохо. Присылают негодных мужиков, ничего не умеют делать. Кто будет обманывать, я могу повесить. Кто добрый работник, хорошо. Понял? Сторож, отведи дураков. Ну, голуби, ступайте за мной. Шагайте, шагайте. Кто-то, ребята... С ним надо сторожка. Чуть какая оплошность, проспал там или поленился, он без пощады. Чай не рот разевать пришли. Мы еще и немцтвово поучим. Будет знать Кузьму Жемова. А вы кто ж такие будете-то? Слышно, воры, разбойнички? За что вас, мужички? А мы, божья душа, вот центим в раскол пробирались на святую жизнь. Да без попут. Но это другое дело. Порядки у нас, чтобы знать, вот какие. Ступайте за мной. Порядки, значит, у нас такие. Утром 4 часа бьют в барабан. Вот. Молитва и на работу. 7 часов барабан. Завтрак полчаса. Часы при мне. И снова на работу. Полдень обед. Спать полчаса, опять работать, в 7 часов ужин, опять работать, о, вот, а в 10 шабаш. А не надрывается? Который, конечно, не без этого. Так ведь, милый, каторга же. Вот ты не воровал бы, на печи бы лежал бы у себя дома. О, под Азовом промашка вышла. Но не велено всех со строгов сводить, кто покрепче. А кто, скажем, мастера или ремесло какое могут,
то особо. Вот щи с говядиной дают. И обращение без битья. Но строго. Это чего ж так? Нас навечно. Кто милый знает. Конечно, когда вольный, то другой разговор. Вот. Каторга. Вот. Вам где пребывать. Заходи. От дяди из Кёнигсберга. Дорогая сестра наша, вам, несомненно, будет интересно узнать о победе молодого царя русских над турками. Рассказывают, что он своими руками, построив корабль, встал на нем во главе целого флота морского, построенного на реке, спустился в Азовское море прямо под стены крепости. Турки, обложенные с моря и с суши, отчаянно оборонялись. Только когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость победителя. Рассказывают, что юный Петр проявил в этой кампании чудеса храбрости. Курфюрст Фридрих по своему обыкновению приукрашивает события. Но для французской политики это пренеприятнейший сюрприз. Представляю себе, какое лицо будет у короля Людовика при этом известии. Thank you.
Понеже фортуна скрозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала, блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым. И еще. Аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем, построить морской караван в 40 или более того судов. И делать их так. Монастырям с 8000 крестьянских дворов корабль. Боярам и всем чинам служивым с 10000 крестьянских дворов корабль. Гостям и гостинной сотни, черной сотни и слободам сделать 12 больших кораблей. Посему составить кумпанство, сирич товарищества и быть всех кумпанств 35. И далее собрать особую подать на постройку канала меж Волгой и Доном и рыть сей канал не мешкая. И еще порешили мы 50 лучшим московским дворянам собирать сыновей за границу, учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам. Господи, детей-то! А дабы явить пример усердия к сим делам полезным, порешили мы также самолично ехать в Голландию с великим посольством нашим, коему вскоре к европейским дворам отбыть надлежит. Остановит? Я. Ах ты, Господи! Не бывало! Великие русские князья, да к еретикам с посольским поклон. О чести подумай, государь. Послы сами по себе. А мы пребывать там будем без чинов, негласно. Так как же нам без царя-то, батюшка? Без персоны нашей царить на Москве изволяем князю Федору Юрьевичу Рамадановскому в совете с ближними боярами. А посему велю всем почитать его князем-кесарем. И волею нашей самодержавной князь-кесарь не только над вами, бояре, но и надо мною отныне властен. Что ж, мужички, я вам не враг. Что могу, то могу, что не могу, не прогневайтесь. Куренка выпустит некуда, Иван Артемич. Скотине ты ведь не скажешь, она и балует. Ходит на твой покосик-то. А уж пастуха-то мы всем миром посечем. Посечем. Вова, посеките пастуха. Посечу, угу. Посечу. Отпусти скотинку-то. Уж так стеснились, так стеснились. Ведь нет, у нас, мужички, прибыль малая. Порядок мне дорог, мужички. Денег я вам раздал ой-ой сколько? Денег-то ой-ой сколько. По доброте. Как я есть уроженец этой местности. Родитель мой здесь помер. Так что Бог мне благодетель, а я вам. С какого роста деньги-то даю? Смех. Не для наживы, для порядку. Спасибо, Иван Артемьевич. Спасибо. Вот скоро совсем от вас съеду. Куда? В Москве буду жить. Большие дела начинаю. Ладно, по доброте души благодетельствую, а вы? Как вы меня благодарите? По травы? Кляузы. Так, по-свойски. Правда говоришь, правда. По-свойски. Ну уж Бог с вами. По алтыну скоровенки, под деньги совцы. Берите скотину. Спасибо, Иван Артемьевич. Премного благодарны. Дай Бог здоровья. Ступайте, ступайте, мужички. Саня, убери крагор, кумовья наследили. Фу, лаптями нанесли.
Слышь, Кам, двор каменный на Москве хочу ставить. Уж место подобрал в Китайгороде. Будет по-деревенски-то жить. В первую купецкую сотню выходим. Сань, ты слухай. Вот хорошо, что с тобой не поторопились. Может, нам на Москве теперь быть с большой роднёй. Чего воротишься, дура? Да ай, ну не трожьте меня. Не трожьте. Моя воля. А гневаюсь, так за пастуха отдам. Да лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости. Кобылица ты стояла, а? А? Цыть! Цыть у меня! Пойди он погляди, кто это там. Слышь? Боюсь. Сами идите. Боюсь, дура. Вот я этих стуканов ты. Это кто и там бесчинствует, а? Вот кобелей спущу, штуканы видали? Живай, государь, муж! Хозяин, подавай сюда живого или мертвого. Мюнхен. А ну, Никита. А ну. Здравствуй, свадьба. Здравствуй, мил человек. Пьем челом. Мы слышали, у тебя красный товар. Купца привезли, за ценой не постоим. Милости просим, дорогие гостички. Пожалуйте вы. Милости просим. Нет, погоди, погоди, погоди. Погоди, ты выпей с меня. Франц, ну где ты? Дуга, мой батюшка. Живай, батюшка, выпей. Милости просим. Пожалуйте, пожалуйте, выпей, дорогие. Петя устал. Чего? Чего мне устать? Уж третьи сутки пошли. Санька, сватать приехали. На вот. Милости просим, дорогие гостички. Пожалуйте, пожалуйте, государь, батюшка. Красный угол, пожалуй. Господи. Что такое? Господи, радость-то какая. Тут уж под утро привиделось, а ясный сокол в оконце влетел. А ну вот, значит, к чему. Милости просим. Пожалуйте, пожалуйте. Так сидеть. Это поплотнее, чтобы не убежал. Кто же у них там? За Волкова сватать будут. Жених тебе, что ли, не нравится? Или, может, какие старые обиды вспомнил, а? А может, жених тебя когда за волосы таскал, аль Кнутович сломал об тебя? Прости ему, Христа ради, помиритесь. Спасибо вам, дорогие сватушки, за честь. Уж простите нас, дураков деревенских, если вас всем невзначай обидели. Мы ведь люди торговые, мужики темные, не ученые. Говорим по-простому. Девка у нас засиделась, вот у горя. За последнюю пьяницу рады бы отдать. Ей-богу, ума не приложу, чего женихи наш двор обходят. Девка красивая. Ну, на один глазок кривовато, так другой-то целый.
Налички у ей черти горох молотили, так личико можно платочком прикрыть. Еще ножку волочит, головкой трясет и на один бочок кривовато. А так девка справная. Берите, дорогие сватушки, любимое детище. Чадо Александра, выйдь к нам. Алеша, сходи за сестрой. Не в нужном ли она чулане сидит? Животом скорбная, я это забыл. Иди! Ей был справный дед. Спасибо за честь, дорогие сватушки. Жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным. По добру будем миловать, а за вину учить. Кнутовищем вытяну, или за волосы ухвачу. Уж не прогневайся, зятек, в мужицкую семью берем. Веди сестру. Че ты в самом-то деле? Иди. Ну вот. А ну-ка, ну-ка. Вот так-так, Минхец. Так тетка вся как есть. Хороша девка, хороша. Санька, терпи, терпи. Сам царь. Ну что, плохого тебе жениха привезли? Хороша девка. Уж как хороша. Эй, сват, так нельзя. Так нельзя, сват, отпусти девку-то. Отпусти девку. Пойдем, сестра. Ну, Васька, за девку благодари. Сущий в отце нашем Бахусе, вославим, братья, друг друга, выпьем и закусим. Ну ладно, что там у тебя есть? Ставь на стол. Ну-ка, Матрена, девки, живо, живо. Ну так это что же, ключей-то не найду, нету. Матрена, ну что мечешься? Ключи от погребушки под сорокамученики. Когда они там лежали, никогда они там и не лежали. Ну, за веселье спасибо, потешил. Но смотри, Ванька, не зарывайся. Господи, государь наш батюшка. Да не, что я посмел бы, не твоя воля. У меня и так, что вся душа в пятки. Ну ладно, пошла. Ладно. Знаю вас, дьяволов. Живо. А со свадьбы поторопись. Угу. Жениху за границу со мной скоро. А дочери девку найми из слободы. Учить политесу и танцам. Найму, государь. Вернусь из-за границы, возьму ее ко двору. Минхерц! Вот она, родимая! О, давай! Вот она! Фридрих Курфюрст Бранденбургский, коим мы плывем в Кёнигсберг, свой брат. Поглядите, как встретит наше посольство. Живет в страхе. Мы ему во как нужны. С одной стороны его шведы жмут, с другой поляки. Будет просить у нас военного союза, увидите, ребята. Ну, это еще надо подумать. Тот, что союз нам ни к чему. Русь с Турцией воевать не будет. Но в Кёнигсберге не озорничайте, голову оторву. Баловать нам тут невместно, дабы не оконфузить великое государево посольство. Смотри, вот царь. Тот в белом парике? Нет, с бородой. С
седой? Нет, рыжий. Ага. Это русские? Не просто русские. Это царь Петр Первый. Ihre Durchlaucht, Kurfürstin Sophie von Hannover, Sosvaje Deutschka, Kurfürstin von Brandenburg, Sophie Charlotte, ist sie Nocek, seine Hochheit Kronprinz Georg Ludwig Nasledin Krangwiski Prestol, ist nämlich Herzog von Celle, eben ist dies Dame, mi Kavaliere mit Wura, Ihre Durchlaucht, ist Hannover, Navstrecho, Strecheit Majestät, sei Rossi. Вот это политес. На цыпках стоит картинка. И парик короткий. А у нас до пупа. Ах ты, сукин сын. С единственным желанием вознаградить себя за утомительную дорогу и всевозможные трудности знакомством с необыкновенным и славным царем Московии. Их кан нихт. Не могу. Зело хабсаль. Тороплюсь. Да и времени нет. Вених. Когда вернусь из Голландии. Ну, тогда разве что. Не отвяжется, Минхерц. Лучше сходи на часок. Минхерц. Минхерц, шляпу. Заплатить не забудь. Не тревожься, Минхерц. Все сделаем как надо. Откушайте, Ваше Величество. Это блюдо стоит того. Это полотно великого фламандского живописца. В вашей великой стране, должно быть, процветают искусство и науки. В Москве много чего есть. Много и лишнего про нас говорят. Про меня, например, говорят, дескать, я много крови лью. Не верьте. Больше всего на свете корабли люблю строить. Галера принципиум от мачты до киля. Вот, этими самыми руками построена. 14 ремесел знаю. Плохо пока. Затем сюда и приехал. А что золы кровь люблю, это врут. Врут. Пожить с нашими боярами каждый бешеный станет.
Мамаша. Вас королями быть разлюбезное дело. А мне сперва самому надо плотничать научиться. Вот так. Ich glaube, es wäre soweit. Ваше Величество, разрешите представить вам мой двор. Нашу семью вы уже знаете. Кстати, этот мальчик – наследник английского престола. Почти король. Желаю тебе счастья. Петр Первый, царь Московии. Ваше Величество, при вашем дворе тоже много танцуют? Да, это у нас любят. Алексаш, ну-ка гони за нашими в обоз. Пусть покажут. Что он приказал? Царю пришла прекрасная мысль. Минуэт. Плясать будем. Царь хорошо танцует. Царь должен все уметь. О, да. Peter. Ну? Komm, leg an. Ihr könnt dort anlegen. Это Tipparing. Ich habe gleich gedacht, als ich euch gesehen habe. Это они. Ihr könnt dort anlegen. Es ist sehr gut, что вы приехали в Голландию. Ну? Здорово. На всю зиму плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент. У вдова Яков Ом есть хороший инструмент. Я поговорю, недорого станет. Sie sind aus Moskau. Das ist meine Mutter.
ностальгия. Еще в Москве решил, остановлюсь у тебя. Я рад, что ты меня не забыт. Здесь будешь спать. Тут? Не нравится? Минхерц. Иди слей. Честно тебе будет у меня теперь, Петя. Я бедный человек, дом у меня уже совсем плохой. Так ведь и жалование мне наверх сейчас немного дадут. Ты всегда любил шутить, Петя. Нет, нам теперь не до шуток. За 2 года надо флот построить. Из дураков стать умными. Да чтоб все работать научились. Хорошее дело ты задумал, Петя. Вам с Лёшкой чердак. Wiedersehen. Wiedersehen. Здорово, Рэнсон. Это я. Не веришь, пощупай. Питер. Хотел к тебе зайти, да некогда. На верфи работаю, в Линкстерроге. Что ж ты удрал из Воронежа? Ну ладно, смотри, не проговорись, кто я. Я здесь Петр Михайлов. Плотник, понял? Город Амстердам стоит при море в низких местах. Во все улицы пропущены каналы. Так велики, что можно корабль водить. По сторонам каналов улицы широкие. 2 кареты в иных местах можно ехать. Видел здесь голову, сделанную, деревянную, человеческую. Говорит, заводят как часы. О, Господи. Видел тут же слона, который играл минуэты, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакой. Симпатию с собакой. Зело дивно, преудивительно. А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерение их переменили, велели им идти в чернорабочие на Остатскую верх, Питер. Вот так. Послы сегодня прибудут. Пойдите встретиться, Алешка, а то как бы не прогневались на нас грешных. Это кто там дремать пристроился? Троекуров, что ли? Пойди расшевели. Скажи, шкуру спущу. Можешь гордиться, ты пожалован в рыцари. Послы из Амстердама, Минхерц. Ну? Что скажете, господа послы? Сядь.
вчерашнего дня к нам прислали из Вены наручным одного молодого дворянина с посланием от кайзера Леопольд. Дорогой наш брат Петр, христианские войска выиграли бой у турецкого султана. Турецкие солдаты отступили, не выдержав напора наших войск. Они в страхе оставляли свои окопы и, чтобы спастись, бросались в реку. Урон от этой баталии причинен турецкой рати большой. Очень много убитых, так что наша победа оказалась полной. Обоз взяли, Минхерц. На том бою турков 12 тысяч убито. Меж коими говорят и великий визирь. А еще говорят, будто и султан их не убит. Но эти чай врут. А кто стоял во главе войска? Уж не брат ли наш цезарь римский Леопольд? Генералиссимусом над цезарскими войсками был брат Арцуха Савойского, Евгений. Молодой человек, как сказывают, 27 лет, этот бой ему первый. Что еще, господа послы? Князь Кесарь пишет, что на Москве заждались государя. Подождут. Быть по соседству с Англией и не побывать есть непростительная глупость. А вы все с бородами не расстаньтесь, господа послы. Так как-то невместно, государь. Да и домой скоро. Не скоро. Да и дома не сгодится, пожалуй. Ступайте. Готовьтесь к переправе в Англию. А мне наверх, мое дело ныне мастеровое. Мне за это деньги платят. Я счастлив встретить молодого и знаменитого царя России. Он есть большой ученый, но мог бы быть скромней. Да-да. Мне также хотелось бы от имени Королевской Академии Наук вручить вам подарок. Разрешите, Ваше Величество, преподнести вам эту подзорную трубу, чтобы вы могли видеть как можно яснее и как можно дальше. Спасибо большое. И я очень счастлив повстречать короля всех наук. Извините за вторжение. Это что же получается? Доселе ведомо было, что французский король с турецким султаном заодно, и что Вильгельм, король английский, обещался пособлять мне в войне с турками. Ныне же ты мне изволишь доносить, что австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками, коих вчера еще бил, и об этом замирении ныне хлопочет кто? Тот же Вильгельм, король английский, штатгальтер голландский. Не спросясь ни нас, ни поляков августовых, я понимаю вас. А все его недавние заверения в ревности к успехам христианского оружия против врагов гроба Господня. Это что такое? Братом меня называл. Яхту подарил. Пировали вместе. Это как же теперь думать? Государь, что есть дивный в том, что кайзер Леопольд говорит с турками о мире? Он ведь с французским королем борется за испанский престол. Дело великое, конечно. Кто из них посадит сына в Мадриде королем гешпанским? Но при чем здесь Голландия и Англия? Они хотят развязать руки австрийскому кайзеру, чтобы турки ему не мешали воевать с Францией. И поэтому они желают, чтобы русские не прекращали войну с султаном. Да, Петр, это великий, двуличный европейский политик. Всегда выгодно, оставаясь в тени, столкнуть лбами другие страны. Я! Ну? Минхерц? Да, да, сам был, подарил. Да ты поди слыхом не слыхал, кто таков? Минхерц. Что у тебя? Человек, что давеча был от англичанина, лорда Перегрина. Маркиз Кармартенова пришел с деньгами. Ну? Ну, как было давеча говорено. За откуп торговли табаком, и чтобы ввести им 3000 бочек никоциана травы, привезли 20 тысяч фунтов стерлинг. Как скажешь, Минхерц. Деньги взять. Деньги нам нужны. Пускай торгует своей никоцианой. Бумага о всем напишет Головин. А деньги куда, Минхерц? Сюда внесешь.
Давай. Деньги эти на пользу наук обратить можно. Инструменты купить. Диковин разных, дабы свою кунсткамеру учредить не хуже амстердамской. Да мало ли, чего не хватает. Ну так как же будем решать, господа послы? Что это, родимый, на санях вот? Дорогой человек из Архангельска, выехали в снег, в метель. А сколь ехать? А что там у тебя? Да вот, гостинцы царские из-за моря. Скинь рогожку. Ящик какой-то. Огромный. Да. Открой-ка. Разбойнички и те с голоду пухнут. А тут погонь смрадную привозят. Этого не легче. Камень тесанный. Вот, а здесь его не хватает. Царь Петр-то замри, пропал. Да? Лефорт, сказывают, немца нашел похожего. Тоже долг, сверсту. Выдает ныне за Петра. А сам, говорит, его управлять станет и мучить на Москве. А старую веру искоренять станет. Царевна-то Софья, матушка, в монастыре томят, а сами-то чего надумали? Ой, ой. Бывало, ой, царевна Софья по 8 раз в год кормила. А сестры царевны тоже откормили. Давала на мясоед, люду простому, языков говяжий. Студи! И куры наши! Вот были цари-то у нас, а ныне на наши куски кикимор за морем покупают. Ешьте, люди дорогие, угощайтесь, закусывайте. Что тут у вас, православные? Да вот это. Царёва гостинцы смотрит. А чё же задерживаешься? Пускай. Открывай. Да. А сказывают, верхние бояре, которые часто на купой ездят, да с иноземцами кумятся, хотели царевича Алексея задушить. Ну? А ближние его подменили. А те рассердились, да молодую царицу стали бить по шее. Господи! Но, государь, то ли жив, то ли нет. Так ведь это гостинцы шлет. А это еще и неведомо, кто их шлет. А только в народе недаром говорят, что ежели, дескать, мы, стрельцы, за Москву не вступимся, то не видать там Москвы сердца. Господи, родимый, мы все опять не простоим. Ну, трогай. А ну, мужики, подсобим. А ну! Все, пошла! Пошла, родимый! А ну! Давай, давай, давай! Пошла! Верка. Ну, Верка, смотри. Ту
вся моя жизнь. Утратишь, не возвращайся. И государыня матушка, и не думай, как есть доставлю в сохранности. Ну, ступай. Господи, спаси. Господи Иисусе Христе, Царица Небесная Матушка, прости душу грешную. Не за себя, за святое, за правое дело ступаюсь. Снизойди волею своею. Охрани войско свое, за Русь, за веру восставшее, Господи! Все собрались? Так вот какое дело. Государыня Софья Алексеевна пишет нам, стрельцам. Стрельцы! Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число. И вам быть в Москве всем четырем полкам, стать под девичьим монастырем табором и бить челом мне, чтобы идти мне к Москве против прежнего надержавства. А если солдаты, кои стоят у монастыря, в Москве подпускать бы не стали, с ними вам управиться, их побить, в Москве вам быть, Софья. Быть посему? Так уж решили? Государево дело. Князь. Государь, всю ночь скакала из Сычевки. Деревень-то моя под Новым Иерусалимом. Страшные вести, государь. Из Сычевки? Ты что, пьян? Чина не знаешь? Четырьмя полки стрельцы на Москву идут. Падешь на Истру вышли. Медленно идут с обозами. Архимандриту скажи, чтоб поторопился с обедней. Я скажу. Шейн где? Алексей Семенович. Слыхал, что делится? Что еще? Стрельцы четырьмя полками на Москву идут. На Истрию. Ага. Бери полк Гордона, преображенцев, семеновцев. Да бери всех, кто есть, и не мешкай, не мешкай. На Истрию остановить, к Москве не допускать. Вот. Само собой. После обедни все ко мне. Господи, на все воля твоя. Не допусти, Господи. Людей. Ребята, начинай переправу. Стрельцы! На переправу! Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути к Москве.
Так кто же там поспешает? Велика царь, батюшка. Вот. О, Нор. Воскреси из мертвых на нашу голову. Теперь пойдет потеха на Москве. Да уж это будет. Польется кружка стрелецкая. Что будем делать, государь? Что надо, то и будем. Прощайте, люди добрые! Посторонись, государь. Я здесь лягу. Ну вот, Никита. Не надо было поперек вставать. Ну что, бояре, зарабели? Сковались? Заходи. А куда бороду-то девал? Еще зубы скалит тут. Чаще угодно отсюда. Живо. Ну-ка, тихо, тихо там. Вот стерва, а? Кукуйская царица Анна Монсов. Она что, законная царица Евдокия Федоровна? Взяли ее, увезли в простых санях. Зузель, монастырь. Навечно ведь слезы залили. Ноги вытирать надо. На грош выпил, народ следят. Че возвелся-то? Братцы, люди хорошие, поднесите. Ей, Том, вчера крест пробил. Сам ты кто такой? Андрюшка Голиков. Из Палиха мы, иконописцы с древности. Так, держи. Спаси, Христос. Показнили стрельцов, ладно. Это дело царское, нас не касаемо. Но... То-то что но. Вот то-то. А ныне указ. Пасхи стрельцов со стен поснимать, вывести за город. А их 108. 108. 108.
Хорошо. А и где подвода? Значит, опять мужик от Дуваси. На дураках воду возят. Эх ты, парень. Не распляши. Ну, бывайте здоровеньки. Мужик дурак. Дурак, знаешь, мужик понимать. Не, дорогие мои, третью шкуру с мужика дерут. А брошенные плати, в кабальном плати, кормовые боярину дай, повытошные в казну отдай, мостовые плати, на базар выехал плати. Ладно, теперь лошадей подавай на царский обоз. Да и шо, сухари с нас тянут. Ой, ныне деревню посчитай. Сколь живых дворов-то осталось? Остальные где? Ныне наготове бежать. Чуть что, не каждый. Мужик-дурак покуда сытый. А уж ежели вы так, из-под задницы последнее тянуть. Мужик лапти переобул и... пошел, куда ему надо. Ищите. На север надо. В пустынь. Ко святому старцу нектарию надо. Это еще поглядим, куда. Туда, милый, туда. Тишь-то там, благодать-то там. Те, кто туда пойдут, те и живы будут. Ну, это ладно, а табак? В каких это книгах читано человеку дым глотать? Это у кого дым-то из пасти? Чего? Чего? За 40, за 8 тысяч рублей все города, вся Сибирь отдан на откуп англичанину Кармантьерову табак продавать. И указ, чтоб траву эту никоциану адскую курили. Чьих это дело рук-то, а? А чай? Кофе? Будь она проклята, похоть антихристова. Здорово, Евдоким. Здравствуй, Иван. Давно не виделись, атаман. Побираешься. Вот немощь. Летось погулял в лесу легонько. Не те года. Надоело. Помирать надо. Обожди немного. Поклон тебе с дому. Чё? Значит, помнят еще? Кажется, не время забывать-то, Наку. А я собрался на покой. Не время, не время. Вы должны были бы увидеть этот земной рай, Анна. Эти огромные окна, освещенные миллионами свечей. Плещут фонтаны. Христианнейший король Людовик в кресле. А его кресло облокотилось дама в черном домино с опущенным на глазах капюшоном. Все будто озарено золотом славы. А, Кенюксов? Нельзя поверить, что это не сон. А кто эта дама в домино, королева? Это мадам де Ментенон, фаворитка короля. Женщина, перед которой трепещут министры и двор. Почему король не женится на мадам де Ментенон? Фройлен Анна. Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Ах, Кёнигсек, дороже всего знать, что счастье долговечно. Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Вам некому поверять свои тайны. Поверяйте их мне. С восторгом отдаю вам себя. В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас. Не знаю,
Должна ли я даже слушать вас? Глядит Монсиха. Ее карета. Чайбадих со своим кенексеком. Неужто? От бесстыжие. Эк, хватилось. Да про этого кенексека уже давно вся Москва шепчет. Фатер. Мутер. Ай, ладно, иди. Боярыня Волкова! Мишка, убери все это живо. Боярыня Волкова пожаловали. Боярыня Волкова. Эту боярыню Волкову 5 лет назад Санькой звали. Рваным подолом сопли вытирала. А, Александра Ивановна, проходи, садись, гостей будешь. Бонжур, принцесса. Сильву плед кушать, кофе чашечку. Благодарствуйте. Миша, налей кофе в чашечку, на подносе принесешь. Неужто пить будешь? Благодарствуйте. Мутер. Ой, кофе от кофе. Чайники-то у Муси. Это не то, что нам. Тряпки да прутья подкладывают. Ой, красота-то какая. Глаз не оторвешь. Скуафир – чистое наказание. На всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались. А которой загоди-то причёсанная, так и спали на стуле. Я просил тятеньку привезти куафера из Амстердама. Почтенному Ивану Артемичу поклон передать. Благодарствуйте. Как его заводик-то полотняный? Все посмотреть собираюсь. Сделал новое, занятное. Тятенька новый дом отделывают. Всем велел на новоселье кланяться, с тем и заехал. Благодарим. Вася сейчас в Воронеже при государе. Наслышаны, наслышаны, Александра Ивановна. Вася вчера письмо прислал. Как бы Вася моего не послали в Париж. Пишет-то что? Про государя что описывает? Читать не так давно научилась, виновата. Сашенька, здравствуй, свет мой, на множество лет. У нас в Воронеже водка, какие дела. Скоро флот будем спускать на Дон, и с тем наше житие здесь окончится. Пугать не стану, а... стороной слышал, государь, где хочет послать меня вместе с послами, вы в Гагу и далее в Париж. Не знаю, как и думать о сем. Далеко, да и страшновато. Герпитер тебе кланяется, поминали недавно за ужином. Он по
все дни в трудах, работает на верфи как простой, сам и гвозди, и скобы кует, сам и конопать. И бороду брить не досуг, зело всех торопит, людей загонял, но флот построим. Дальше Амурная. Писал Вася. Да, оно, конечно, флот. Сам кует, сам конопатит. Силу девать некуда. На святой государь вернется. В ноги брошусь, хочу в Париж. Ой, страсть какая напугала. В Париж? Чай там погано. Ой, нет. Так я скучаю в Москве. Я так бы и полетела за границу. У царевны Натальи Алексеевны живет француз. Он учит политессу, он и меня учит. Рассказывает. Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бастроге танцую минувет. Танцую лучше всех. Голова кружится. Кавалеры расступаются, и вдруг подходит ко мне король Людовик и подает мне розу. Так стало скучно в Москве. Слава богу, стрельцов со стен посымали. Я еще покойников боюсь до смерти. Поручик Бровкин пожаловали. Франц Иоаннович Лефорт умирает. Пуш. Пуш. А все Господня воля. Это горе. Горе! Второго такого друга не будет. Семь дней помереть не мог. Как будто государь дожидался царствия ему небесное. Шествует. Вижу, вижу. Рады. Вот как вышло. Нет Франца. Непонятно. Плохой был адмирал, оставил целого флота. Такого друга больше не будет. Только осталось, что Алексашка, да ты. Ах, Петя. Петя, вы ничего не ели сегодня? Я почала ваш любимый колбаски.
Боярин Волков с супругой! Боярин Волков с супругой! Не мог велеть ехать быстро. Душу мою эта дорога вытянула. Господи, что ж ты за человек? Что за наказание? Ни покоя, ни тихости. Не ест, не спит. По-человечески не разговаривает. И несет тебя на край света. Зачем? С королями минувет танцевать. Да еще захотят ли они? Только что здесь родительский дом. Только от того и слушаю тебя. Ах, Александра, я терпелив. Да хоть кричи. Мне-то что? Ты бы чем так ворчать, лучше бы на шпагах упражнялся. И это еще зачем? Вот приедешь в Париж, увидишь зачем. Боярин Стрешнев с супругой. Боярин Стрешнев с супругой. Хороший дом. Попался-то. Не хуже моего. Лучше нашего. Куда уж нужно? Тыц вы. Не бабье дело поперед мужиков встревать. Ступай там чего-нибудь. Ой, господи. А ну, конечно. Воля царская из-за Европы тянуться. А добра большого не жди девок по домам таскать. Так и вот, Роман Борисович. Заходите, принцесса. Кто это? Скорее всего, Бахус. А это она чего? По-моему, Данай лежит в ногах Амур. Это мужик с коровьими ногами, у него и рога есть. Сатир. Че это у него? Зря вы, Ольга, косоротитесь. Лист фиговый так всегда рисует. А вот это Купидон. Хочет колоть ее стрелой. Она несчастная плачет, свет не мел. Сердечный друг сделал ей Амур и уплыл. Вот видите парус? Называется «Ариадна брошенная». Надо бы вам все это заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих богов. Мы бы заучили, да книжки нет. А батюшка лишней полушки не даст на это дело. Призантема у младшего брата Артамошу. Княжна Антонида. Княжна Ольга. Княжна Наталья. Как часто делаете плезир? Вчерашнего дни танцевали у Нарышкиных. Такой был сексе. Жара. Три раза платье меняли. А вас отчего никогда не видно? Молод еще. Батюшка боится забалуется. А танцевать он ужасно ловкий. А по-французски заговорит. Заслушайся. Пойдем к музыке. Ну, детки пошли. А где сынка-то обломал? Так учителя ходят. Нельзя, Роман Борисович, ведь мы на виду. Трудом не взяли, другим надо брать. Да, пора выползать из щелей-то. И государь обижается. Что ж, говорит, деньги лопатой гребешь, так уж лезь из кожи-то. Лопатой, а? И Санька мне одна чего стоит. Зато бабоньки наведаны. Бабочка бойкая, да. Государь! Угу. Удостоил чести, господин. Здравствуй, батюшка. Здравствуй, Иван. Заехал поглядеть. Сказывают, хороший дом построил. Стараемся, государь, как можем. Вижу, вижу, хорош. Истинный парадиз, а, Данилыч? Хорош, Мингерц. Парадиз, истинный парадиз. Премного похваляю, Иван Артемьевич. Добрый вечер, Ваше Величество. Александра Ивановна. У моего батюшки еще один сын есть. Младшенький Артамоном зовут. Иван! Аюшкин! Покажи сына. Сиди немного, государь. Артамон! Артамон!
Ну, видал, как жить надо. А ты? Пол Москвы под двор огородил, а огород насадить взяло приятное и полезное, и в мыслях нет. Насажу, батюшка, насажу. Знаю я вас, знаю. Строения валятся. И то вы, дьявол, из печи не слезете подпереть. До ветру лень сходить в приличное место. Подопру, батюшка, подопру. Авдотья Никитична, прости, не поздоровался. Петр Алексеевич, ругай нас, дураков. А вот в деревне Вовчуки два простых мужика, Осип и Федор Боженины, поставили водяную пильную мельницу. Лес пилить на доски. Сами собой поставили, без заморских мастеров. А ведь то дорого, что почин. Демидыч, вот человека вам привел. Никита Демидов Антуфьев. Простой тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Льет чугун. Руды ищет на Урале. Поговорите с ним, господа негоцианты. Подумайте, а я ему друг. Ну? Вот он, государь, меньшенький. Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а они вот они. Грамоте разумеешь? Разумею, господин. Сир, je parle bien français, je crie или... Мать честная. А ну еще? Mein Herr, ich spreche Deutsch, schreibe und lese frei. Разумею по-французски и по-немецки, читаю и пишу свободно. Mein Herr, ich spreche Holmes, schreibe und lese frei. Вот это да. И по-голландски. Иван, спасибо, брат, за подарок. Но с сыном теперь простись. Ничего не пожалеешь. Скоро за ум графами буду жаловать. Может, еще кого от меня прячешь? Нет уж. Нынче последнего, четвертого сынка отдаю тебе, государь. Не печалься. Все твои при нужном деле состоят. Вон Алешка твой. На север послан. Позапирались на все засовы. Поди сжигаться будет. Ладно тебе. Через сказки все это. Да какие сказки? Отец Нектарий тут. Дети мои, свершилось, конец уже близко. Вознесемся, дети мои, в пламени огненном над храмом. Господин поручик, неужто мы сообща не высадим? Не, ломать не надо. А? Миром надо как-то. Верно. Там у них солома и бочка с порохом. Осторожнее надо. Тут у них еще одна калитка есть. Mm-hmm. Тоже поди забили. Глянем. Пойдем. Бог прости. Меня ты благослови, отче. Бог прости. Бог прости. Бог прости. Братья и сестры, слышите? Ворота ломают. Рать бесовская царя Антихриста. А его слуги ломятся к вам по вашей душе. Бог простит. Бог простит. Бог простит. Бог простит. Вечно жить будем.
Мне пора. Уже? Я могу понадобиться каждую минуту. Итак, мое прекрасное дитя, вся моя надежда на вас, на ваше влияние на царя. Meine Güte, ich habe dich verspätet. Здравствуй, Аннушка. Гостей тебе привез. Херр Йоган Паткуль, генерал Карлович. Проходите, господа, здесь вы у меня дома. За ужином мы продолжим беседу. Ах, Петя, как приятно, что вы приехали. Ну, я пойду, распоряжусь. Надеюсь, господина посланника вам представлять не нужно. Что-то к бабочке моей зачастил, господин посланник. Майестейт, смертных, приносящих голубей и цветы на алтарь богини Венеры, нельзя наказывать. Знаем сию богиню. Данилыч, покажи гостям дом. Покажем, Минхерц. Прошу. Аннушка, иди сядь. Любишь меня, Аннушка? О, Питер. Питер, будет меньше напрасных расходов, если вы изволите предупреждать меня всякий раз о приезде гостей. Ну, пойдем, а то гости заждались. Ах, Питер, вы опять без парика? Данилыч, пойдем на руки сольешь. Уж какой ни надень парик, а за королем Августом не угнаться. Зело пышен и превеликолепен. А мы в кузнице да на конюшне. Займи гостей, Аннушка. Давно изволите находиться в Москве? Я в Москву прибыл с неделю из Риги. Генерал Карлович несколько ранее из Варшавы. Генерал Карлович имеет честь представлять у царя интересы моего короля Августа. Отрадно, что ясне вельможна пани пользуется доверием молодого монарха. Конечно, после Европы скучновато в Москве. Но мы в скорости, Бог даст, замиримся с Турцией. Заставим всех носить немецкую, венгерскую одежду. Разбойников из Москвы повыведем. Прошу всех к столу, чем Бог послал. Уж не из киниксек или голубей соус на столе, коих на ваш Венеркин алтарь приносит. Ай, 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 вы все изволите шутить, ваше величество. Мои господа, за здоровье и благополучие его величества, царя всея Руси. Государь, если вы позволите вернуться к беседе... За любезного друга сердца польского короля Августа!
А голуби твои что-то свиньей попахивают, господин посланник. Государь, сейчас у вас есть такой случай, как никогда, чтобы закрепиться на Балтийском море, забрать у шведов Ингрию и Карелию, эти исконные русские вотчины, закрепившись на Балтикум, выйти в Средиземное море и, утвердясь при море, достигнуть мировой славы. С Холландией, Англией, Шпанией и Португалией завести торговлю. Создать то, что ни один монах Европы еще не мог создать. Новый путь торговый между Востоком и Западом через Московию. Со всеми монархами крестьянских стран вы бы могли войти в связь, иметь слово в делах Европы, стать третьей морской державой. Сейчас или никогда? Сейчас или никогда? Что ж так сейчас? Крыша, что ли, горит? Дело большое воевать со шведами. Первое в Европе войско. Трудно вам что-нибудь присоветовать? Шведов сегодня легко разбить. Генерал Карлович был в прошлом году в Стокгольме, и он уже там видел, какой у них король. Да, я наведался к ним. Карл XII глуп. Разве это король? Словно баба весь в бантах. И одно на уме. Охота да танцы. Все казенные пеньонзы на маскарадах прогуляли. Словом, лев без зембов. Ein schöner König. Такого король с одним нашим преображенским полком можно разбить. Вот уж это, Аннушка, не твоего ума дело. Скажи-ка лучше подать еще вина. Bringen Sie neuen Wein, holen Sie die Würste. Рановато нам в европейскую кашу лезть. От турок житья нет. Для развития торговли вам Черное море ровно ничего не даст. Ладно, после об этом поговорим. Данилыч! Данилыч, а ну-ка налей всем по полной! За здоровье любезных гостей. А мозырское вино крепкое. В обществе такой прелестной молодой дамы можно пьянеть без вина и пить не пьянея. Вижу, одолевает тебя Ивашка Хмельницкий, господин посланник. Данилыч, налей ту чашу. За богиню Венерку кое-так тебе любезно. Я же буду совсем пьян, государь. По русскому обычаю отказываться от царской чаши нельзя. Верно, Данилыч. Люблю. Со здоровье кукуйской нимфы.
Твое здоровье, Аннушка. Генерал? Нет. Нельзя, генерал, нельзя. Всем пить по полной. Ваше здоровье, Анна Ивановна. Это все пустяки за прекрасных дам. Эй, да ты совсем развоевался. Еще налить, что ли? Ничто. Питер, о май год, ему совсем плохо. Меня еще с детства манило все красиво и элегантно. По всей Москве первейший галант. Питер, но это не надо. Надо ему что-нибудь дать. Кенигсек. Тут я, Ваше Величество. Ты что хвастал Гамильтону? О, я вовсе не хвастал, Ваше Величество. Врешь, хвастал. Мол, вещица мне это дороже спасения души. Но какая там у тебя вещица? Что-то я не помню, что я так сказал. Может, государь, я ему говорил про этого кирка французской работы? Покажи, покажи. Он у меня в карете, я пойду принесу. Зело люблю искусные ремесла. Данилыч, проводи посланника, дабы не сбежал от случая. О, нет, не надо, я уйти. Совсем захмелел. А где Кёнигсек? За шкатулкой побежал, сейчас вернется. О, май год. Ну-ка, пойди взгляни, что там. Поздно. Простите, государь, нам пора к дому. Ваше Величество, спасибо за прием. Что там? Беда, государь. Кёнигсек оступился с лестницы без памяти. Ничего. Скоро очнется, сам его домой отвезу. Что стоишь? Лекарство какое есть? Ich weiß nicht. Тащи все. Сам разберусь. Надеемся, Ваше Величество, с вами увидеться. Очень надеемся. Быть может. Wiedersehen.
Альменхерц. Я давно хотел тебе рассказать. Стерва, кабачья. Молчи! Этого ты не смеешь! Пшел вон! Ничего, Менхерц, обойдется. Выпей венгерского. Год. Дура! Кур тебе пасти! Питер! 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 Господи! Кончено. Навались! Давай, давай! Пошли, пошли! Лови, ловней, ловней! Навались, бей! Пошли, пошли! Лапу! Лапу твою в душу! Есть! Живи! Плотней! Ничего! Бывает, Петр Алексеевич. Только ты в другой раз эдак не вымахивай клещ-то. Так и человек задеть может. И завсегда сварки мимо наковальни угодить. Меня били за такие дела. Менхерц, высокие послы прибыли. Данилыч. Подними великого посла. Сам поднимусь. Чем прогневил тебя, батюшка? Не серчай, Прокофий. Устал я что-то. А письма твои читал. Пишешь, чтоб не гневался. Не гневай, сделай честно дело. По старинке, правда. Англичане, цезарцы. Ладно, в последний раз так-то ездили кланяться. Мы вот здесь стоим, думаем, на нас Европа смотрит. Нет, для них мы малый политик. Можно сказать, никакой политик. Вот наш политик. Ну вот, снарядим тебе корабль. Крепость назвали. И двинешь напрямки через Черное море в Константинополь. Да что ты, батюшка? Чай турки-то не пустят. А кто их спросит? Пусть чай догонит. Так что на тебя надежда. Добьешься вечного мира с великим султаном, будет тебе похвала от всего государства российского. Но от меня тем паче. Рад служить, государь. Богом. Устал, государь. Потом, потом.
Зело польщены вашим посещением, господин адмирал. Это для меня высокая честь видеть русский флот у нас в Керчи. Ходит слух, что вместе с флотом прибыл и сам государь. О, это далеко не весь русский флот, а у государя много иных, более важных дел. Как вам нравится бухта? На взгляд весьма удобно, хорошо закрыто от ветров. Здесь, в Керчи, мы не держим большого флота. Нам некого бояться. Но зато в Мраморном море у султана могучие корабли. Пушки на них могут бросать каменные ядра в 3 пуда весом. Ну, наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по 30 фунтов. Вон и пробивают неприятельские корабли сквозь оба борта. Очень красивый фрегат. Видимо, быстрый на ходу. Да, все эти суда сопровождали до Керчи великого посла. Он отправляется, как вы знаете, в Стамбул на корабле-крепость для встречи с его величеством султаном. И он полагает пройти весь путь морем? Это крайне опасно. Черное море – коварное море. Ничто не может быть слишком опасным для заключения доброго мира, господин адмирал. Прошу вас. Что это? Это прощальный салют. Живо зам примес, я адмирал. Франции нет, порадовался. Море. Нынче российский флот нам в заботу, а потом...